Чунцин – город центрального подчинения Китайской Народной Республики. Он расположился на юго-западе Поднебесной в кольце скалистых хребтов на слиянии двух рек. Здесь постоянно висит густая дымка, из-за которой Чунцин прозвали столицей туманов. Еще одно имя Чунцина – Шаньчэн, что значит «город в горах». Гордость Чунцина и одна из его визитных карточек – наземное метро, по-китайски «Чингуй», что в переводе «легкие рельсы», идеально вписано в сложный горно-городской ландшафт. Некоторые станции можно назвать чудом инженерной мысли. В частности, расположенные внутри жилых домов, причем их обитателей такое соседство нисколько не смущает. Легкое метро практически бесшумно. Поездка по легким рельсам порой напоминает катание на американских горках. Но, конечно, главное – это фантастический пейзаж, который открывается пассажирам наземного метро. В только что сданной новостройке рядом со станцией легкого метро Ли Го со своей женой недавно купили квартиру. Дом в двух шагах от линии Чингуй выбрали специально. Ли Го работает по особому графику, иногда оставаясь на ночь на работе. При таком графике выходных дней получается больше, чем при обычном, когда работаешь с понедельника по пятницу. Но минус в том, что ты не можешь точно спланировать, когда у тебя будет выходной. И так постоянно. Из-за сложного распорядка Ли Го не удается проводить столько времени с женой, сколько ему хотелось бы. И частенько приходится заменять реальное общение виртуальным. Мы с моей женой знакомы уже 5 лет, а женаты 2 года. И после работы я хочу сделать ей сюрприз. Сегодня для молодой семьи особенный день – годовщина их знакомства. И хотя утро они проводят порознь, заступая на работу, Ли уже предвкушает, как они проведут сегодняшний вечер. Его жену ждет праздник с чунцинским колоритом. Метро в столице туманов работает сравнительно недавно, с 2005 года. И в настоящий момент состоит из двух открытых и двух подземных линий, связанных между собой. Общая протяженность почти 200 километров, 86 станций. Здесь все нормально, едем дальше. На поверхности поезда идут по монорельсу. Они по своему принципу схожи, скорее, с автомобилями. А подземные идут по рельсам, как обычные поезда. Но я не могу водить поезда подземной части метро. Для этого нужно пройти специальное обучение. Казалось бы, в работе Ли Го нет ничего сложного. Он управляет поездом с помощью только одного рычага. Движение вперед — это тормоз, назад, соответственно, газ. Но именно рутинность и видимая простота действий могут создать аварийную ситуацию. Во время работы я несу ответственность за управление составом, за обеспечение безопасности пассажиров. Если во время движения поезда случится какая-то непредвиденная ситуация, например, поломка состава, то на мне лежит ответственность за принятие решений. Во избежание малейшей возможности несчастного случая, машинист должен каждое свое действие проговаривать вслух и дублировать специальными движениями на камеру, установленную в кабине. Подъезжаем к станции Маванчан. Монорельс в Чунцине, как и в других густонаселенных городах Поднебесной, это проект государственного масштаба. Поэтому за ним особо пристально следят власти. Проверка ходовой части. Все нормально? Едем дальше.
Ло Цзянфань вместе со своей командой отвечает за благоустройство и удобство метро для жителей и гостей города. Я заметил, что многие туристы любят ездить на нашем метро, чтобы насладиться красотой и уникальностью нашего города. Часто жители вместе с друзьями и родными катаются на метро, выходя на высоких станциях и любуясь пейзажем. Изначально мы не предполагали, что метро будет использоваться для таких целей. Но в дальнейшем при строительстве и развитии системы Чингуй мы хотим учитывать и этот фактор, чтобы улучшать имидж нашего города. Администрация Чунцина крайне щепетильно относится не только к сохранению естественного ландшафта, но и к новой городской застройке. Причем как с точки зрения ее функционала, так и эстетики. Особый упор делается на подготовку кадров – градостроителей, архитекторов и дизайнеров. А тех, кто будет определять вид Чунцина в будущем, готовят буквально с самого детства. Директор художественной школы У Сиани открыла свое учебное заведение специально, чтобы находить талантливых ребят в Чунцине. Мы не только даем знания, связанные с изобразительным искусством, но хотим воспитать людей с широким кругозором и развитым мышлением. В младших группах учатся малыши 3-5 лет. В средних ребята постарше – 12-15 лет. Также есть подготовительные группы, где учеников готовят к поступлению в китайские и зарубежные художественные вузы. Я учусь в этой школе уже 2 года. В других, более традиционных художественных школах слишком шаблонный метод обучения. Там каждый день рисуют одно и то же. Здесь же образовательный процесс достаточно гибкий. Каждому ученику преподаватели подходят индивидуально, учитывая его интересы. Поэтому атмосфера здесь особенно приятная. Мне кажется, эти линии должны быть более разорванными. А мне кажется, в таком случае они будут чересчур рваными. Эти ребята уверены в том, что Чунцин – лучший город. Мы надеемся, после того, как они закончат нашу школу, они посвятят жизнь благоустройству нашего прекрасного города. В часы пик все работающие станции очень загружены. Но после 10 утра людской поток спадает. Тогда поездка на легких рельсах буквально превращается в экскурсию. Я родом не из Чунцина, поэтому когда езжу на открытом метро, то могу насладиться красивым видом этого города. Мне это доставляет особенное удовольствие. Цин Чуанже – шеф-повар традиционного ресторана Хого. Специально переехал в Чунцин, чтобы готовить это блюдо. Хого, или как его еще называют, чунцинский самовар, появилось здесь еще в 16 веке. Традиционные рестораны работают допоздна, и обычно шеф-повар появляется на работе ближе к обеду. Часть своего пути он проезжает на метро, а часть на мотоцикле. Сегодня Цин Чуанже выехал пораньше, чтобы успеть забрать из ремонта своего железного коня. Задавшись вопросом, какой город на Земле самый большой, многие, скорее всего, ответят – Токио или Нью-Йорк. Однако истинный мегаполис мегаполисов пока не заслуженно обойден вниманием.
Площадь Большого Чунцина – 82 тысячи квадратных километров, что равно территории целой Австрии, а население выросло до 32 миллионов. Чунцин – это исключительный случай. В нашей агломерации присутствуют и крупные города, и крупные деревни. Недавно все эти населенные пункты стали районами в рамках одного городского округа Чунцина. Можно сказать, что это концепция некоего независимого целого городского образования. Но еще недавно столица туманов была лишь деревушкой. Сегодня об этом напоминает, пожалуй, квартал старого города, где сохранились не только причудливая архитектура, но и сама атмосфера древнего Чунцина. Городом Чунцин стал меньше века назад, в 1929-м. Но по-настоящему бурное развитие началось уже после мировой войны 30-х-40-х. Во время Второй мировой войны Чунцин играл особую роль на Дальнем Востоке. Как Вашингтон, Лондон и Москва, он стал известен как антифашистский центр. Во время войны в Чунцин перенесли столицу Китая. Это был глубокий тыл. Все стратегически важные ресурсы сосредоточили именно здесь. Каждый год 5 июня по всему Чунцину слышна воздушная тревога в память о страшнейших бомбардировках столицы Поднебесной времен Второй мировой войны. Но именно в те годы в Чунцин перенесли не только административный центр, но и крупнейшие промышленные предприятия, что заложило основу для его будущего процветания. А сегодня столица туманов получила еще один импульс к развитию. Современный Чунцин – важный пункт строительства возрожденного Великого Шелкового пути в рамках проекта «Один пояс, один путь». Также здесь создается зона свободной торговли, вроде тех, что есть в Шанхае и Шэньчжэне. Она дает новые возможности для ведения бизнеса как китайцам, так и иностранцам, а также становится мощным стимулом для привлечения туристов. По статистике, мы принимаем 390 миллионов в год китайских и зарубежных туристов. Доходы в туристической сфере составляют 220 миллиардов юаней. В прошлом году, по статистике Forbes, в континентальной части Китая Чунцин занял третье место среди туристических городов. Раньше говорили, что визитные карточки Чунцин – это хого, красивые девушки, ночные пейзажи. А сейчас говорят, что наши визитные карточки – это хого, ночные виды и метро. Ло Цзянфань постоянно объезжает со своими коллегами новые станции метро. Ведь от него зависит решение инфраструктурных проблем главной визитной карточки его родного города. Сегодня утром мы с коллегами ехали по ветке номер 2 и совершали осмотр состояния станций. И того, как они связаны между собой. Поэтому
У всех были различные мнения. Некоторые предлагали построить прямую пешеходную дорогу, которая проходила бы над транспортными путями. Но в итоге нам пришлось отказаться от этого предложения, и сейчас мы думаем, как исправить ситуацию. Сейчас, мне кажется, целесообразнее всего сделать подземный переход. Вот отсюда и до самой станции. Связать их, так сказать. А насколько это осуществимо? Вот здесь самое низкое место. Кроме того, это не повлияет так сильно на облик города. И мы разрешим проблему подхода к станции метро. Естественно, решить этот вопрос в таком городе, как Чунцин, очень сложно, вследствие его особенного географического положения. Рабочий день шеф-повара ресторана Хого начинается с приемки продуктов. Ведь блюдо подается в полусыром виде, и его вкус зависит в первую очередь от свежести и качества ингредиентов. Все овощи свежие. Хорошо, вот, возьми. Эти грибы утром собрали, все очень свежее. Отлично, заносите. Это блюдо заказывают примерно 60-70% гостей, но чаще всего заказывают вот этот корень. В Чунцине он очень популярен. Его тоже будут нарезать. В Чунцине он не растет. Его привозят из другого места. Столетия назад местные лодочники, чтобы наскоро перекусить, в котел с кипящей водой бросали, что под руку попадется. Однако основой того нехитрого блюда был крайне острый и душистый перец, который растет в провинции Сычуань. Он-то и помогал согреться в любую погоду. Сегодня обжигающий перец – один из негласных символов столицы туманов и главный ингредиент чунцинского хого. Говорят, что в Чунцине ресторанов, которые специализируются на приготовлении хого, так же много, как и портных. Особенно в районе Юйчжун. Здесь всего на 9 квадратных километрах более 3000 таких хого-ресторанов и столько же ателье. Это действительно самое любимое блюдо чунцинцев. Именно на хого машинист Ли Го собирается пригласить свою жену в честь годовщины их знакомства. Но это будет вечером, а днем Чунцин живет своей обычной жизнью. Взрослые работают, дети учатся. Чтобы ученики добивались хороших результатов на экзаменах, директору художественной школы приходится быть строгой и жесткой. Правда, не столько с учениками, сколько с учителями. Каждую пятницу она устраивает собрания, на которых порой достается всем без исключения. Смотрите, сколько нас человек. И каждый занят своей работой. Но во всей этой работе я вдруг осознала, что в полную силу работает-то всего пара человек. Нужно выработать у себя чувство ответственности. Школа была открыта на частном капитале. И ее директор привыкла работать на износ. Стильная и обаятельная, она пока не успела обзавестись семьей. Да и когда, если постоянно засиживаться допоздна на работе? Много энергии и времени уходит на работу. Единственное развлечение – пойти с подругами попить чаю.
После чайной церемонии на душе становится очень легко. Сразу забываешь обо всех заботах и проблемах на работе. После трудного собрания Усяни решила, что должна провести спокойный вечер с подругами. Но за работой совсем забыла о договоренности, даже не заметив, как на Чунцин опустились сумерки. Она чуть было не пропустила встречу. Город большой, на дорогах пробки. А я тороплюсь на чайную церемонию. Меня там уже ждут друзья. Поэтому сейчас метро – самый удобный способ передвижения. У нас очень красивое метро. К тому же можно любоваться вечерним Чунцином. Вечерний Чунцин – это почти что другой город. У Сяони проезжает площадь Чаотаньмэнь. Название переводится как «открытые небеса». Это самый современный район с высотными зданиями бизнес-центров и отелей. Здесь фантастическая иллюминация. И колоссальные небоскребы ночью оживают благодаря размещенным на них гигантским экранам. Толпы туристов и местных жителей неспешно прогуливаются по центральной торговой улице Цзафанбэй, выбирая подарки. Не зря острый перец стал символом Чунцина. Сама жизнь здесь как будто с перчинкой. Сюрприз машиниста Лиго удался. Его жена очень рада провести праздничный вечер за ароматным хого. Они заказали традиционный обжигающий самовар и с удовольствием ужинают, макая в пряный бульон тончайшие ломтики сырой говядины, грибов и считающиеся в Чунцине особо изысканными выпотрошенные гусиные кишки. Добрый вечер. В счет включено обслуживание и цена блюда. Распишитесь, пожалуйста. Пока молодая пара наслаждается традиционным блюдом, Усяни с подругами с удовольствием наблюдает за национальным чунцинским шоу. Итак, давайте еще раз все вместе похлопаем. Я хочу вас услышать. И раз, два, три. Сычуаньская опера. Актер поет разными голосами, каждую песню в новом образе, который он принимает, молниеносно меняя маску. Масок у артиста так же много, как много ликов у самого Чунцина, города в горах, столицы туманов поднебесной. Thank you.
Острый вкус раздражает нервные окончания и клетки, передавая раздражение в мозг человека. В результате возникает ощущение жжения. Такое ощущение останавливается на языке, что способствует пробуждению аппетита. Будучи главным, второстепенным ингредиентом блюда или приправой, перец в Сычуане – фаворит среди местного населения. Перец придает блюдам сычуанской кухни особый вкус и аромат. Пресный соевый творог доуфу контрастирует по вкусу с острой пастой. Это блюдо возбуждает все рецепторы. Горячие и нежные блюда из соевого творога мапо доуфу ощущается вначале на языке, а потом и во всей гортани. В таком наслаждении кроется причина удивительной популярности сычуаньской кухни в Китае и даже в мире. Ярко-красный сушеный перец играет главную роль в приготовлении вяжущего и острого бульона в китайском самоваре хо-го. Каждый высушенный перец нужно нарезать кусочками и обжарить вместе с другими приправами, чтобы получить основу для самовара хо-го. В городе Чунцин, в каждом ресторане, где предлагают китайские самовары хо-го, есть свой рецепт основы. Каждый чунцинец умеет регулировать вкус основы хо-го на свое усмотрение. Да и характер у жителей Чунцина живой, решительный и прямой, такой же, как вяжущий и острый хо-го. Благодаря выбору ингредиентов, составлению бульона и кулинарному мастерству, китайский самовар хо-го объединил мясное, постное, сырое и готовое, острое, сладкое, пресное и ароматное. Это и есть гармония пяти вкусов в понимании китайцев.